target is still mobile. Unit down, requesting backup. Intercepting unit on scene. Requesting aerial support. Телек будет в конце месяца, просто кое-что нахимичил, сейчас будем проверять, как это все будет работать. Слышно меня нормально или еще убавить громкость музыки? ХЗ, не ХЗ. Сейчас проверим. Получится. А, вроде бы пойдет,
Вроде смотрю на весь экран. Вроде бы. Ладно, погнали, первый заезд. Начнем с копов. Ну поехали на этой. Subaru Technica International была создана в конце 80-х для разработки раллийных автомобилей Subaru. В настоящее время компания также занимается созданием... Первый тут еще. Центральное всем подразделениям запрошено подкрепление на Болтер Роуд. Чрезвычайная ситуация. Всем подразделениям прием. Твою мать. А куда я поехал, вообще непонятно. Трав 29 секунд, отстрелять вот.
каждое столкновение, блин, по 2 секунды охереть. Повторить. А повторить сделаем. Потому что результат не внушающий. Пока 6 секунд, это как бы еще нормально по сравнению с тем заездом, блин, 33 секунды. Это пока еще отлично. Опять, блядь, я сюда заехал. Нахер. Бонза, блин.
Так. Повторим. Супер. Поздно это дело. Скажу я вам. Кинуть с болота бегемота. Ой, сука. Бью. Я уже и забыл, как НПС-ки сложно проходится. Ну, давай, есть. Первый. Фа. Фух. Что с камерой произошло? Куда камера пропала? Странно.
Камера подевалась. Так. Такое. Вроде все нормально. Правильно. Да, камера делается непонятно. Странным фактом. Разбираться. Я включу заставочку, чтобы взяли. Я тут с камерой разбираюсь. Support.
Даже сама грань между концептом и реальностью прекрасна. После 7 лет ожидания Chevrolet Camaro возвращается. Его стиль отдает дань уважения оригинальному Camaro 60-х. SS – самая мощная версия Camaro, оснащенная 6,2-литровым V8, независимой передней и задней подвеской, что является новшеством для этого автомобиля. В итоге обеспечивается отличная стабильность на поворотах. В стиле Camaro прослеживаются классические черты – большая колесная база, нос в форме буквы V и 6-сантиметровый воздухозаборник в алюминиевом капоте. Крыша с двойным подъемом отсылает к облику Corvette и сообщает новому Camaro узнаваемый фирменный облик Chevrolet. Thank you.
История этого автомобиля берет свое начало в боксах Лимана, где после 16-й победы инженеры решили разработать концепт, демонстрирующий предел технологических возможностей. 1270 экземпляров этого автомобиля было собрано вручную, потому как эксклюзивность должна иметь предел. Сверхлегкий кузов Carrera GT, выполненный из углеродного волокна, способен справиться с мощностью в 603 лошадиные силы и скоростью в 323 км в час. Carrera GT легче, чем самый легкий современный Porsche. Самый продаваемый спортивный автомобиль в мире 2006 года безошибочно опознается как продукция Porsche. Типично поршевский нос образует три воздухозаборника. Явное свидетельство того, что управление воздушным потоком определяет общий дизайн. Двигатель закрыт великолепным двухкупольным кожухом из перфорированной нержавеющей стали. История этого автомобиля берет свое начало в боксах Лимана, где после 16-й победы инженеры...
Копы округа Сикрест все назойливее. Чтобы поставить их на место, у вас есть ЭМИ-генератор, аналогичный полицейскому. Система ЭМИ позволяет послать в сторону цели направленный электромагнитный импульс. Для работы системе необходимо правильное наведение. Направив на объект импульс, вы должны сохранить его в пределах прямой зоны видимости, чтобы сработала система слежения. Задетая ЭМИ-машина будет повреждена и временно обездвижена. Используйте это время. Этот четырехместный кабриолет знаменует важную веху в истории Мазератти. Гран Кабрио создан для тех, кто ценит хороший вкус, итальянскую элегантность и мощь. 4,7-литровый безнаддувный V8 с двумя распредвалами и четырьмя клапанами на цилиндр работает очень плавно. Благодаря расположению двигателя непосредственно за передними колесами, автомобиль из-за развесовки с небольшим уклоном на заднюю ось даже с открытым верхом прекрасно управляется. Кузов Гран Кабрио созданы студией Пининфорино в сочетании с пониженным клиренсом и удлиненным капотом создает впечатление мягкой кошачьей грации. Машину украшают хромированные детали, равно как и фирменный трезубец на решетке радиатора. You
активную машину.